Нафтогаз недоволен ставкой на транзит и стоимостью российского топлива и намерен оспорить это в Стокгольмском арбитраже. В арбитражном институте торговой палаты Стокгольма находится целый ряд встречных исков от компаний «Нафтогаз» и «Газпром». Российская сторона требует от «Нафтогаза» вернуть долг за газ, который поставлялся в Украину еще в ноябре-декабре 2013 и апреле-мае 2014 годов. Общая сумма долга Украины составляет 4,5 миллиарда долларов. «Нафтогаз» данный иск оспаривает и требует возвращения переплат на 6 миллионов долларов. В мае 2015-го «Нафтогаз» пересмотрел свои претензии к «Газпрому», в результате чего общая сумма исков к российской стороне составила более 16 миллиардов долларов. Газотранспортная система – это единственное, что есть у Украины более-менее ликвидного. Люди, которые находятся у власти, воспринимают ГТС как возможность черпать деньги бесконечно. Доходит до смешного. Рада объявляет Россию агрессором, при этом предъявляя претензии, что Россия должна выставлять Украине справедливые, по их мнению, цены на газ.